Самара – город большого футбола. Первый футбольный матч здесь прошел еще в 1911 году, а своя собственная команда «Крылья Советов» появилась в 1942 году. О спортивных традициях, знаменитых футболистах и исторических событиях самарского футбола ученикам 155-й школы рассказал ветеран «Крыльев Советов», мастер спорта СССР Валериан Панфилов. Оказалось, что ребята неплохо знают историю любимой городской команды и буквально завалили мастера вопросами. Заинтересованность, ребят, живые, неравнодушны к футболу, горят футболом. Поэтому прекрасно в такой атмосфере себя ощущать молодым. Самара – это и футбол, это одно и то же. Поэтому я надеюсь, что будущее есть, но хотелось бы, чтобы это будущее выражалось и в нашей любимой команде «Крылья Советов». Валериан Панфилов провел небольшой мастер-класс в спортивном зале. Был сыгран короткий товарищеский матч, закончившийся в ничью со счетом 1-1. Мастер коротко рассказал ребятам о некоторых приемах игры, указал на ошибки и заодно показал, что и сам находится в хорошей спортивной форме. Подобные мастер-классы будут проходить во многих школах в преддверии чемпионата мира, матчи которого пройдут в Самаре на новом стадионе. А на будущие годы городская администрация подготовила целую учебную программу, которая позволит привлекать ребят к спорту. У нас составлен целый большой план по подготовке к чемпионату мира по футболу. Департамент образования включил в этот план и классные часы для разных возрастов, дифференцированные, с мощной методической подпиткой. Эти классные часы предполагают и привитие детям культуры боления, и также работу по ознакомлению ребят с историей спорта, самарского спорта, мирового спорта, конечно же, футбола. Увлеченность самарских мальчишек футболом радует и действующих профессионалов, и ветеранов этой игры. Борьба за результат уже стала делом чести для многих ребят. Для этих мальчишек футбол уже больше, чем просто игра. Многим из них, кстати, светит серьезная профессиональная карьера. Пока специалисты только приглядываются к будущим игрокам, но скоро некоторые из них получат приглашение для участия в профессиональных тренировках, которые необходимы для будущей спортивной карьеры. Тренер сказал, что могут меня взять в «Локомотив». Здесь команда рядом. Я на товарищеский матч ездил уже. Андрей Трой, Дмитрий Мешканцов. События.